Перевозить технический и опасный груз на площадке «Алроса» водители «Алмаздортранса» будут на новых сидельных тягачах. 31 автомобиль приобрели по программе техперевооружения и замены изношенного оборудования. 10 тягачей работают на альтернативном топливе – метане. Еще 21 автомобиль оснащен дизельным двигателем. Автомобили, которые будут работать на газе, запас хода у них предусматривает, что они смогут спокойно доходить до Айхала, до Удачного, там дозаправляться и возвращаться обратно. Применение газовых автомобилей поможет компании снизить расходы, эксплуатационные расходы. На предприятии рассматривают закупку и применение сидельных тягачей и других производителей для их эксплуатации на круглогодичной дороге Ленск-Удачный, а также на автозимниках.